Всем привет! Всем привет! Сегодня мы открываем очередную игрушку из серии Sweetbox пушистики Cat Town. Коллекция номер 2. Так, что у нас уже есть? Катюш, скажи. А? Вот этот черненький алмаз. Вот этот такой коричневенький, это Лео. И розовая Кетти. Кетти. Так, что же нам сегодня попадется? В прошлый раз нам попалась Кетти. В комплекте, как всегда, вкусный мармелад написано. 100% натуральный. И что же нам попалось? Так. Ой, что это такой котик? Это чусатый какой-то. Да, какой-то котик в каком-то пакетике, что ли. Ты разверни его. Пусть да. Всем будет видно. Эту прелесть. Так, это Баззи какой-то. Баззи? Да, вот он, Баззи. Угу. Вот он. Сейчас мы прочтем. Баззи – уличный кот, носит имя своего прапрапрапрадеда. Со своим лучшим другом Алмазом, вот он у нас, черненький. Так вот, со своим лучшим другом Алмазом отъявленные хулиганы. Баззи любит пакеты и коробки. Его девиз – затаишься, напугать, затаиться, напугать, выпрыгнуть, сбежать. Во какой девиз. Затаиться, напугать, выпрыгнуть, сбежать. Баззи рэпер. Читает до 200 муров в минуту. Влюблен в Алису, но боится ей признаться. Так, а где же Алиса? Алиса это беленькая такая вот. Вот она, Алиса. Ну, ничего, попадется нам и Алиса. Угу. Ну, вкусный мармелад с фруктовым соком. Мы в первом видео открывали мармелад. Сейчас открывать не будем. Посмотрите наше первое видео. Подписывайтесь на наш канал Тыковка ТВ. Ставьте лайки. Пишите комментарии под видео. Что еще? Ну, всем добра. Пока.